морду его бей! Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. Рад встрече. Доброго вечера. Ведьмак выпивает, ну, сбросится. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Что ты знаешь о коменданте? Мастер Лоредо замечательный человек. Взял нас под крылышко, помогает нам. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в фактории заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Ты с ума сошла, женщина? Фактория тонет в нищете, Лоредо обдирает вас как липку, а его люди делают, что вздумается. Не надо так говорить, мастер-ведьмак. Я про коменданта дурных слов не потерплю. Святой человек, одно слово. Ты его боишься? Сгинь, подстрекатель. Великолепно. Таких верных подданных еще поискать. Так я коменданту и доложу. К чему мне громкая слава? Я женщина скромная. Свое место знаю. Лоредо наш предводитель. Живем мы хорошо, и все в порядке. Из них Фольтест. Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, это я сегодня. На тропинке полезной. Прошу. Ты ведьмак? Да. Тогда сделай что-нибудь с этой дьявольской аптекой. Этот выродок безнаказанно продает отраву. Мне казалось, это благовоние. Благовоние – вывеска. Люди привыкают к этому, а потом теряют разум. Как от Фисштаха, ты просто обязан закрыть эту лавочку. Если ты остановишь торговлю зельем, горожане Флотзама тебе хорошо заплатят. Я поговорю с торговцем. Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями. Для... Говорят, одно из твоих благовоний – это сильный наркотик. Наркотик? У меня? Что за вздор? Одна женщина сказала, что он действует как Фисштех. Может, на эту женщину все действует как Фисштех? В таком случае, почему все так хотят его получить?
Только не говори, что все из-за запаха. Но так и есть. Я очень долго работал над ним, а ингредиенты стоили мне баснословных денег. Просто мои клиенты знают толк в хороших вещах. Ты живешь с этими людьми с детства. Зачем тебе их травить? Твоя правда, ведьмак. Не забудь дать мне рецепт для этого благовония. Я вижу, у тебя все получилось. Спасибо тебе от всего Флотзама. Вот твоя награда. Если хочешь жить богато и грести бабло лопатой... Не вот что интересно. Любого старого чего? Баба. Что же ты вот это... Почему Лоредо назначил награду за голову тролля? Комендант Лоредо заботится о благе Флотзама. А тролль заботится о мосте. Это опасное чудовище. Кроме того, он не отчисляет налогов с собранных податей. Разреши взглянуть на твои книги. Позже. Разреши. Позже. Я хочу сыграть в кости. Тогда сыграем. Я хочу отыграться. Разрешив... Я так... Я проиграл. Деньги мои. Вот они. Только больше с тобой играть не буду. А с кем здесь можно сыграть? Прожженный. Лучший. Посмотрим. Разреши взглянуть на твои книги. Пожалуйста, не торопись. Разве... Позже. Разве... Позже.
Разрешь позже. Говорю, гони кошель, или сам с трупа возьму. А он чего? Не балуй, ведьмак. У меня есть другой выбор. И за нож. Смелый какой. Добрый день.
Не балуй, ведьмак! Не зарывайся, ведьм... Что это там? Добро пожаловать! Проходи! Пончик я бы съел! Я ему и говорю, гони кошель. Вот это у меня мысля появилась. Что еще, салага? Валет! Может, честным трудом займемся? Хоть на время. Ты ч... к твоим услугам. Что это там? Куда собрался, приятель? Что это там? Зачем все это? Видел когда-нибудь речное чудовище Кейрона? Видал, только я не из болтливых. Говори. Огромное чудище. Размером с сарай будет. Щупальцами народ с кораблей утягивает и скотину. Вся в слизи, сука, как улитка. Но проворная, как голодный кабан. Где ты был? Я ищу какого-то эльфа по имени Седрик. Не ввязывайся в этом. Ты побледнела, когда мы встретили Шиалу. Тебе показалось. Я слишком хорошо тебя знаю. Шиала — одна из самых могущественных чародеек. Это не повод ее бояться. Я знаю, что ей нельзя доверять. Она обожает манипулировать людьми и очень хитра. Есть доказательства? Она отлично знает, что ты потерял память. И делает вид, что понятия об этом не имеет. Зачем ей это? Не знаю. Трудно угадать, что она на самом деле затевает. Я попробую это понять. Как? Схожу с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдем к нему. Он на сторожевой башне. Я ищу эльфа Седрика. Кто знает, где он есть? А чё надо-то? Хочу расспросить, не опасно ли в лесу. А откуда же мне знать, что вы и вправду за этим? Весь флот сам тухлой рыбы пропал. Thank you.
Имбаэльк. Уже почти год. Морель была бы рада такому дню, Сигирим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. Я пытаюсь. Я до сих пор не понимаю, почему ее исчезновение породило столько ненависти. Не позволяй другим сейдхи отравить твою память. Ненавидят те, кто пытается скрыть свое бессилие. Спасибо тебе, Седрик. Вафаэль? Вафаэль. Что ж ты делать-то будешь? Приветствую. Ничего не будешь делать. Осторожней. Увидал что? Ты, Седрик. А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Меригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Седрик, смотри на меня. Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? Я хочу заработать пару аренов. Тут никакой работы для ведьмака не найдется. В этом лесу для ведьмака всегда найдется работа. Чудищ тут очень много. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ты знаешь, почему они здесь собираются? Проклятые места всегда притягивают всякую гнусь. Тут, на поляне в лесу, раньше стоял дом, в котором держали умалишенных. В последнюю войну с Нильфгардом его спалили дотла. Безумцы заживо сгорели в своих кельях. А над развалинами с тех самых пор висит проклятие. Недавно двое смельчаков решили туда залезть. Ни один не вернулся. Расскажи побольше о самом доме. Это старая усадьба. Ее превратили в приют для скорбных разумом. Во время войны безумцев хватает. И с каждым днем становится только больше. Жрец Мерцеи запер их там и заботился о них. Попробуй отыскать тех двоих, которые пропали в развалинах сумасшедшего дома. Если найдешь их, думаю, тебя щедро наградят. Они сами или их семьи. Попытка не пытка. Я хочу тут у вас поохотиться. Может, дашь какой-нибудь совет? Я не ведьмак. Ставлю силки, капканы. Пытаюсь держать накеров подальше от бендюги. Вот и все. Меня интересует дичь покрупнее накеров. Старик? Кейрон? Неужто Лоредо наконец раскошелился? Слушай, не мне тебя учить, с какого конца за меч держаться. Вы, ведьмаки, дадите фору кому угодно. Но если у тебя есть деньги, я тебе помогу. И чем же? Соберу тебе капкан или ловушку, чтобы обездвижить жертву.
Или манок, завести чудище в засаду, что угодно. И если уж я могу добить Накера, попавшего в мою западню, ты подавно справишься. Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сигирим думает, что ее забрал лес. А ты? Морель просто исчезла почти год назад. Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули. И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств, я стараюсь доверять предчувствию. А оно говорит, что лес не забирал Морель. Почему ты не скажешь об этом Сигириму? Это не имеет значения. Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться. Ни я, ни Сигирим не сможем этого изменить. Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу. А точнее? Я уже стар, даже по эльфским меркам. Но этот лес гораздо старше. Я живу в нем много лет и просто понимаю его. Не могу этого объяснить. Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются. Ты помогаешь людям? Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет. За что сражаются Скайтаэли? Ты о стариках, которые мечтали вернуть былое величие нашей расы? Или о молодых, которые дерутся за жизнь и жаждут мести? Отряд Йорвита — это первые или вторые? Они считают, что они независимые и что они действуют единственно возможным способом. На деле они лишь тень былого величия Аэн Сейдхи. Они до конца цепляются за свою мечту. До того мига, когда меч или петля обрывает их жизнь. Или до тех пор, когда они вдруг понимают правду. Это порой хуже смерти. Пожалуй, зайду, когда ты протрезвеешь. Вы, ведьмаки, живете очень долго. Может, и дождешься такого дня. Я собираюсь убить Кейрона. Говорят, ты можешь мне помочь. Смотря какая помощь тебе нужна. Мне нужны сведения. Надо было убивать его много лет назад, а теперь не знаю. Он такой огромный, что с трудом в реке помещается. У него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура. Раньше он жил на болотах в притоке Понтера. Это дикие места, даже Скайтаэли туда не заходит. Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдешь. Куда идти? Сначала на юг, вглубь леса, потом повернешь на восток и вернешься к реке. Там будет разрушенный мост Аэн Сейдхе. Под ним и лежит остов корабля. Спасибо, Седрик. Я буду ждать у остова корабля. Ты не слишком увлекаешься этими телепортами? Ведьмак. Ты не вовремя. Тогда позже зайду. Ой, поясница-то как ноет.
Больше ты никого не продашь, эльфка поганая. О чем ты? Я не понимаю. Комендант Лоредо тебе все объяснит. Вы не можете! Что здесь происходит? Это курва, шпионка с Катаелей! Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул! Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Осторожней. Когда ты рядом, начинает дрожать мой медальон. А он реагирует только на магию или на опасность. Он предупреждает, что ты получишь по морде, если будешь распускать руки. Понял, не буду. Слушай, меня считают ведьмой, но чарами я не пользуюсь. Не думаю, что тебе нужно кого-нибудь приворожить, отвести с глаз или навести порчу. Значит, ты или дурак, или охотник на ведьм в обоих случаях. Я не собираюсь тебя выдавать. И не собираюсь бегать в лес, чтобы поглядеть, как ты голый пляшешь вокруг алтаря Виапатиса. Да как ты смеешь? Я просто хочу купить у тебя травок. Травок? Травок лекарственных для личного пользования. Что ж ты делать будешь?
Ничего не будешь делать. Ну, что буду делать? Есть работа для ведьмака. Да на троих ведьмаков хватит. Только денег у нас, почитай, нету. Небогатые мы. Что-нибудь придумаем. Ты вот что. Ты во Флотзам сходи. У постоялого двора прибиты письма разные. Вот там все и найдешь. Только матроля нашего не тронь. Чего бы городские про него не говорили. Есть другая работа. Денежная. Старик у нас есть. Лоредо себе чародейку прикупил? Значит, денежки у него пока водятся. Какую чародейку? Не Трис Меригольд? Госпожу Шалу де Тансервиль. Дама знатная, но бедна, что твоя церковная мышь. Видать, не у всех чародеек денежки водятся. Она уже вроде как согласилась старика убить. Так что, ежели хочешь взять себе долю, то поспешай. Как жизнь, бабушка? Помаленьку, сыночек. Чего это ты в бендюге ищешь? Убийц короля. Ох ты! Вот уж не думала, что даже Фольтеста переживу. Еще бы Лорен пережить, так и помирать будет не обидно. Ой, столько работы, не знаю, столько работы, не знаю, управлюсь ли. Отменная работа. Товар высшего качества, лучшие шкуры и выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи, а тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя, любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить, слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга?
Я бы хотел сыграть в кости. Будем играть? Ты хороший игрок. Возьми свои деньги. Я слышал, ты торгуешь ловушками. Конечно. И не только ими. Тогда, может, расплатишься со мной вещами? Хорошо. Выбирай. Мне нужна схема смерти Скорпиона. Это такая ловушка... Знаю, знаю. Идиотское название, но раз уж все так говорят... Главное, что она хороша для накеров и эндриагов. Если будет на то воля Божья. Ох, спина моя. Если будет на то воля Ничего, Божья. Ничего, спешит. Чё тебе надо? Говорят, еще никто не смог побороть тебя на руках. А то! Хочу стать первым. Хачунов таких много было. Только хрен чё вышло. Ну и чё? Я готов. Ладно, пошли со мной. Только давай сразу, у меня потом времени не будет. Ясно. Готов? Можем начинать. Сильный, как бугай. Вот твои арены. Раз стоял у нас тут отряд наемников под командованием Адама, этого Панкрата. А я тут сильнее всех. Вот и попробовал с этим Адью потягаться. Сила у мужика, прямо скажу, нечеловеческая. Положил меня, как младенца. Если где его встретишь, скажи, Бартоломей пьет за его здоровье. Непременно. У моего папы меч еще больше. Слыхали? И еще одного короля убили. Жалко не всех. Ты что такое несешь? Пора положить конец деспотии. Не говори так, сынок. Тогда править-то будет.